Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня хочу поделиться с вами буксом. Называется Challenge Gives, где мы абсолютно без вложений на просмотре сайтов будем зарабатывать денежку. Вот так вот он выглядит. Здесь ничего такого нет. Если хотите, можете перевести на русский и почитать. Регистрация наипростейшая. Не помню, приходило ли письмо на почту или нет. На всякий случай, если кого заинтересует букс, проверьте почту. Вход по логину и паролю. Я зайду в аккаунт и попадаем на домашнюю страничку нашу. Здесь наш баланс. Вот этот баланс вывода. Рекламный баланс, ну и так далее. Ну и статистика. Давайте пройдемся по меню. Значит, так, выше. Это наш аккаунт, домашняя страничка. Депозит нам не надо, апгрейд нам не надо. Если хотите, сами смотрите и разбирайтесь. Значит, здесь у нас находится реферальная ссылочка и баннеры. Вот ссылочка и вот 6 баннеров. Также, так, да, вот ссылочка на баннер. Далее, это для рекламодателей. Даже сейчас переведу на русский. Вот. Панель рекламодателя. Далее, здесь у нас находятся прямые рефералы. Будут отображаться наши партнеры. Опускаемся ниже. Здесь у нас снять деньги. Далее есть двухфакторная защита. Здесь у нас персональные настройки. Указываем платежные реквизиты. Значит, PayPal, Perfect, Payer, ну и так далее. Здесь прописываем пароль, который указывали при регистрации, и нажимаем сохранить. Здесь наша история будет. История депозита, история вывода. Когда будет что выводить, естественно, я запишу видео по выводу. Минимальный вывод отсюда, друзья, $1. Давайте нажмем. Так, где у нас вывод? Сейчас зайдем в домашнюю страничку. Вывод. И вот $1. Ой. Минималка на вывод. Здесь я уже какое-то время работаю. Вот у меня на балансе 11 центов. Теперь по заработку. Есть форум. Заработок на серфинге. Кликаем. И давайте просмотрим одну рекламку. Ну, рекламку, как во всех обычных буксах. Загружается шкала. Выбираем перевертыш. Кликаем. И нам зачет. Я уже не буду затягивать видео. Я это все потом просмотрю. Вот этих 11 центов у меня за 2 дня. Далее, друзья, обратите внимание. Есть вот здесь сетка. К видео сейчас вернусь чуть позже. Кликаем. Мой вам совет — прокликать все 25 рекламок. Я попробовала, и также идет заработок. Вот люди зарабатывают вот такую сумму. У меня 5-7 раз или 10 даже раз. В общем, очень-очень много. Вот. Также идет доход. И вот такая сумма выпадает. Не каждый раз. Может, 2 раза подряд там выпадать. Ну, в общем, очень много выпадает. Мой вам совет — не игнорировать вот эту сетку. Я впервые с таким столкнулась. Далее есть видео. Заработок. Также на видео. Если мы кликнем на видео, здесь... Обратите внимание, ввести пароль. Я возвращаюсь стрелочку назад.
иду в аккаунт, и я сейчас покажу вам, где брать этот пароль. Сейчас все это все в режиме онлайн. Вот здесь вот, вот эта строка. И вот они пишут, что пароль для видео. Копируем вот этот пароль. Ой. Копировать аккуратненько. Теперь идем в видео. Вставляем этот пароль. И кликаем. И все. Видео ADS. Можно зарабатывать на видео. Здесь, конечно, тоже неплохо идет заработок. Здесь вот 2 цента. Здесь 0.005, 0.02. Ну и посмотрите. Кликаете, просматриваете видео и вам зачет. Ну там по 300 секунд. Так, возвращаюсь в аккаунт. Что еще здесь есть интересного? Давайте я вам покажу сразу форум. Я, естественно, проверила. Нас интересует вывод. Так, где у нас вывод? Так. Вот, первое сразу. Кликаем. И вот сегодня вывод. Сегодня вывод. Вот люди выводили. Ну и вот здесь как бы история вывода. Кликните и посмотрите. Так, далее что? Вот здесь вот этот значок. Он для рекламодателей. Кликаете и смотрите рекламку размещать. Сколько стоит. Это по желанию. Это я вам показываю, чтобы вы знали. Возвращаюсь в аккаунт. И вот здесь вот этот значок, вот три точечки, друзья, кликаете. И здесь можно связаться. Есть номер телефона, пожалуйста, можете позвонить, можете написать на почту. Вот. И то, что они находятся, этот сайт в США написано. Перевести на русский. Вот. Нью-Йорк, США. Вот такой вот бокс. Кому интересно, присоединяемся. Ну что, здесь больше такого ничего нет. Вот. Ну и как я уже сказала, будет что выводить. Запишу видео. И не забываем, что на видео вот пароль. И также, ой, тут вот заработок. Я вам показала только три вида заработка. Это где я работаю. Вот здесь еще остальное. Там задание, я туда не лезу. Вот. Серфинг, видео и вот сетку я вам советую не игнорировать. Если захотите присоединиться. Ну, в принципе, на этом все. Всем удачи. Больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.